Репортаж арфы Людмилы Львовны из МФЦ города Ивантеевка. Пожелание Ельциным, патриарху Кириллу и всем христианским честным руководителям разобраться в ситуации травли гражданки РФ России, отказавшейся от идеологии рабов Израиля еще в конце 90-х годов 20 века. Частный бизнес в руках хамов, терминалы в руках воров, кредиты на поддельные паспорта и лже-родственников. Привела отчуждение от монахини Никитиной в Москве на улице Криворожская, дом 21, корпус 2, квартира 60, еще на фамилию Вьюнова Людмила Владимировна. Провела отчуждение от неродной семьи Вьюновых, заменив фамилию и отчество. Я Людмила Львовна Арфа, сторонница Льва Николаевича Толстого. Церковь в моем лице преследует нравственную свободу лучших умов России. Прилагаю копию квитанции. Почта банка на улице Толмачева, строение 2. Оператор или безграмотный, или вор-алименщик.